Зеро на втором уровне нормы. 120. Зеро на 120. Какая у нас там следующая большая станция? Боголюбова, по-моему? Да, Боголюбова. На Боголюбова поменяемся. Вопросный проход, где 14, 19, 9, 24, основная 150. 14, 19, 14, 29, основная 150. Так, а кто у нас отключил ЭПП и торможение? Передержал, все. Давай потом уже. Что-то ПТ совсем хреново. Медленно тормозит. Что за зону-то попробуем? Капец, 4 очка, это вообще дофига. Ну это вроде нормально-то. Нет. Зеленый во втором направлении в норме. Осталось 112. Зеленый 120, давление в норме. Эту часть сделаю. Вместе вышли 120. Просто на опасность 120. Зеленый по первому 120. Зеленый по первому... Торможи, блин. Верно, блин? Вон. У тебя еще километр. Ну, учитывая то, что ПТ у нас что-то не очень.
пусть так, по чуть-чуть. На месте. Ну, такой небольшой. Тут, с одной стороны, довольно интересные индустриальные пути проложены. На всякие склады. Нет, это вымышленно. Так что любое совпадение с бронестанцией является просто совпадением. Сейчас пирожков нет на станциях. Это маршрут мотив 2000-х годов, так что есть. Понимаю. Что, меня с собой? Ну, дайте затормозить сначала. Бац, ау. Мысли. Могу буквально до сырника проехать, просто уже бежать надо. Ой. Зачем? Зачем? Не против, если я буквально до серенького дают, просто потом я уже это чем надо. Окей, есть. Вот это погуляюсь. Сколько мы стоим? Ну, короче, даст на 42. Интересная разброска тут, конечно, 117. У нас больше было больше людей. Не, я кстати заметил проблемы с тормозами, но только вот на некоторых моделях, вот я на 155-й катаюсь с этажкой, там очень хорошо тормозит, прям вот очень хорошо. А вот на 117-ю взял, там 52-ю, типа вот они что-то херовенько, это специально так сделано или это, я не знаю, пасхалочка такая? Ну какая-то пасхалка. Я думаю, подцепили. А что у меня, это не срабатывает? Там тумблер включен, посмотри. И на задней панели на спине линия такая тоже должна быть. Вон как уместились тут. А, нормально так уместились. Угу. Чё, вагонов 10 было уместилось. И карусы стоят. Так ты локомотивную-то отпусти. Так я по F5 смотрю, не наполняет цилиндр. Ну так потому что у тебя локомотивы затянут. Он здесь ни при чем. Ну так чтобы ПТ проверить, надо локомотивы отпустить. Вот теперь тормози.
зашипел сейчас резко. Я детство очень боялся. На планине. Чё? По F5 у меня только локомотив затормозил. Ну, это по F5. Вот по цилиндрам я смотрю, у тебя это одно очко есть. Можно назначение? Ну да. Или просто в электро вызвались. Нет, назначение. Не в очереди. Просто в электровоз залезь. Просто в электровоз залезь. Все, я загружаюсь. Так-то, кстати, можно еще эти двойной тягой, например, ездить через такой режимчик. Через такой режимчик. На ЕП-2К? Ну, я не говорю, что именно ЕП-2К. Просто двойной тягой, например, или два. Или этот с толкачом, или с этим опять, как его называют, с цепом. Ну да, прикольный вариант. Саша тут? Саша. Здесь. Так вообще смотрите, как бы можно же через трек-контрол расставить под всех составы, просто всем придется маршрут строить самостоятельно себе. Мы, короче, 4 часа катаемся. Сколько? Неплохо. 4. Я там в 22 дошел. Ну, точнее, в 20. Сейчас 12 часов, минус 4, это 8. А у вас по F5 есть тропа? Есть тропа от меня? Да, есть. У меня видно. То есть прям видно, у всех вагонов тормоза сработали, да? Да, тормоза. Ты посмотри на манометр. Тормоза цилиндра. По F5 вагоны у вас затормозили? Ну это баги получилось. Пасхалочка такая пошла. Очень интересно. Пытаюсь понять, что не так с тормозами. Кстати, возможно, поэтому он тебя не тормозил так. Ну, вот тут хрен знает, что за дичь. Причем, судя по манометру, электровоз тормозит ЭПТ, хотя ЭПТ выключен. Не выключен. Вон тумблер включен.
Теперь выключен. Пробуй сейчас. А это я не то выключу. Все, окей. Ну ладно, тематика появится. Генератор. Прям у нас какой-то экскурсионный поезд просто. Вот только еще бы не был бы такой шумный электровоз, капец. Ты на 2016 катался? Да. Там пошло будет. Ну если что, на просто микшере громкость убавь чуть-чуть громкость. Ну это да. Если я левое окно посольский, у меня, например, 50 выставлено, я слушал кайфу от этого звука. А мы не можем как-то, типа так же, только на топ-7 слабо скататься. А когда сам рулишь, там, ну, в кабине шумно, поэтому лучше потише делать. Можно через дроты. Хороший чулок. Через дроты тоже круто, да. Он, кстати, так не шумит. Нет, конечно. Да. Ну, не ракеты нет. Там, но достаточно мощно. Я в Липецк побывал, когда рядом с нами Боинг запускался. Было громко. Они когда проносятся, это вообще капец просто. Как будто, я не знаю, дивизия пролетает просто. Они еще и тяжелые, знаешь, все трясется вокруг. Ну да. Направлении было бы прикольно. Ну там по один и ветка есть на Чернышевск и на Берж есть. Основная да. Нет, я не имею в виду, что ты по Нижнему Волжскому едешь, а типа, ну вот, и у тебя по пути Чернышевск, то есть чтобы тебе не менять направление, вот, чтобы можно было поехать, потому что там же развилочка идет, одна вот на Боголюбово, на которую мы вот сейчас поехали. А другая на Чернышевск. И вот я не знаю, блин. Но с другой стороны тоже глупо делать, типа, чтобы к Чернышевску можно было с двух сторон подъехать, так не совсем интересно будет. Это по сути, ну, по кругу кататься просто. Кольцо. Я от этого хотел. Не, ну мне кажется, если разработчикам такой вопрос задать, они скажут, что просто мы вот. Открываете маршрут Павловск, и там есть испытательное кольцо, и катайтесь. А ты эту тему-то оставь на следующее какое-нибудь собрание проекта, следующее, вот тогда скажешь, напомнишь. МСТС и РТС очень любят кольцевые маршруты. Ну да, пробовал по этому испытательному центру по Павловску построить. У меня так строю, построил, хоп, и ошибка. То есть, ну РТС закрывается, то есть все зависает, закрывает. Ну тогда нет смысла, в принципе. В прошлом году пробовал, маршрут построил, хоп, и закрылся. Тут просто такая лотерея, вот, например, да, там, ты когда не знаешь, какой наряд взять, если в официальном МП едешь, да, и типа такой вот, ну, если подольше хочешь покататься, там, тебе может не повезти, ты просто там с Зеленогорском и Чернышевск поедешь, а там ехать, ну, типа, полчаса максимум. Вот. А самые нормальные наряды вот уезжают сюда. На этот, на Сырниково и так далее. И вот здесь, ну вот, что поделать.
все выбило. Ты тогда убиваешь, что надо делать? Ну, защиту возвращаешь и все, чтобы эта система не выпендрилась. Ну, еще поставишь естественный контроль. Это, кстати, не обидно, если у тебя на большой скорости его выбивает, как бы ты успеваешь набраться спокойно. Вот если на самом старте, это капец. Это просто фейл. Мне на время звуки пропали в игре. Нет, такое бывает. Слушай, иногда ошибку выдает там что-то, какие-то звуковые триггеры, типа что-то такое, короче. Но это, не знаю, у меня такое очень-очень редко бывает. Наверное, только на мультиплеере. Вы не можете время настроить, чтобы сейчас хотя бы плечи было? Ну, можно. Так как-то более какой-нибудь. Сейчас будем на пневматике ловить. Но только это... Хозяин сервера может время менять. Кто у нас хозяин сервера? Рома. Ну да, можно, в принципе, что-нибудь вечернее сделать, а то солнышко слишком много. Только не надо резко. На плюс или на минус. А ты перед этим сохранись на всякий случай. Сейф на М2 сделаем. И только потом мини. А да, кстати, Илюх Летякин, если ты звал, я же говорю, Вася, скинь сохранку, он саты запустит. А, да-да-да. Завтра маршрут здесь можно будет доехать. Ну я ж говорю, что ему даст, чтобы Вася скин поедет. Угу. F2. Чё, сможешь 40 залететь? Посмотрим. Потом этот... тебе бэкспейс плюс... Плюс дефис, ну то есть плюс прибавить, минус, типа, убавить время. Все, красиво. Получается, плюс идешь по часовой стрелке, а этот минус дефис, то есть против часовой. Давай я сначала остановлюсь, а потом. Вечер. Очень состояние, короче, как выглядит. Да, там часиков на 8-9 поставь. Классно будет. Так, IPT сработало вообще? Внимательно торможу. Если что, это первый вагон. Ну, нормальная, короткая платформа, поэтому пофиг. Ну что, сохранил? Не хочу. Ну, я думаю, будет похуже. Ладно. Вечер. О, то есть рядом с бэкспейсом где-то дефис плюс. Плюс-минус, это, собственно, плюс время, минус время. Ну, получается, дефис, да, минус, это против часовой стрелки, плюс по часовой. Бэкспейс это ничего, и просто плюс-минус. Не на нумпаде. Да, на основном. Давай ничего не поменялось. Поставь до 9. Меня поменял. Меня тоже поменялось. Ну, я потемнело. Ну, только чуть-чуть поменялось вроде как.
Может, 22 все-таки? О, нормас. Да, нормально. Ну, по красоте вообще. Вообще закат. Красиво, красиво. Ладно, шо? Видимо. Ну да, надо спать уже. Ну, в общем-то, завтра. То есть до сегодня там дня. Знаешь, ну, говорю, Вася, если да. Запустим, прокатимся. Психику, ничего. Так, я достаю. Да, спать. Ждем еще.